Умер диджей Авицы, шведский диджей Тим Берглинг, известный как Авицы, умер на 29-м году жизни. Об этом сообщает журнал Variety. Представители музыканта сообщили, что он был найден мертвым в Маскате, столице Омана. Причина смерти не называется. Сообщается, что Тим Берглинг последние несколько лет страдал от проблем со здоровьем, в том числе из-за алкоголя. Диджей Авицы начинал карьеру с ремиксов. Он прославился в 2010 году благодаря синглам «Me Feelings For You», «Seek Bromance», «Blessed Levels». В 2013 году журнал Forbes назвал его одним из самых высокооплачиваемых диджеев в мире. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в мою ленту, ссылки по теме «Авицы и Диесад 28 Variety». 20 апреля 2018 умер один из основателей рок-группы МР. Биглента.ру. 09 февраля 2018 музыканта «Черного кофе» нашли мертвым. Лента.ру. 20 февраля 2018 умер вокалист Хефалл Марк Смит. Лента.ру. 25 января 2018 новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.